По традиции, День лицея празднуют сначала ученики младших классов, со 2 по 4. Торжественный утренник начинается с награждения школьников, которые заняли призовые места в различных конкурсах и олимпиадах, а также активно участвовали в экологических акциях. Наши учителя, директор, они очень много тратят время и возможностей на дополнительное образование. Не только лицейное образование, математика дополнительно, но и пытаются всесторонне развить детей. Родители помогали своим детям выдержать учебную нагрузку первой четверти, а теперь пришли поддержать их выступление на сцене. Мальчишки и девчонки подготовили небольшие сценки о жизни родной школы. Каждый из них любит лицей за что-то свое. Аня Королева ценит в учителях чувство юмора. В лицее очень интересно учиться, потому что здесь очень учителя веселые. Они иногда рассказывают шутки, чтобы атмосфера была веселой, чтобы дети не скучали на уроках. Для Алены Рыжовой учеба в лицее – это возможность получить глубокие знания по предметам, чтобы затем с достоинством представить свой класс на различных конкурсах. В лицее учиться очень здорово. Каждый день я узнаю что-то новое. У нас очень-очень часто проходят конкурсы, олимпиады. 11-классник Никита Бондарев с ностальгией вспоминает начало своей учебы и с завистью смотрит на младших товарищей, у которых впереди годы увлекательной и интересной лицейской жизни. Я не знаю, как это описать. То есть вот я смотрю сейчас на детей, которые только что пришли сюда, и как бы одновременно я рад за то, что я заканчиваю эту школу, и рад, что она мне дала так много знаний. Но, с другой стороны, отсюда действительно не хочется уходить. Празднование Дня лицея будет идти несколько дней, чтобы каждый ученик смог проявить свои творческие способности. А также традиционно в лицеисты торжественно посвятят первоклашек. Елена Грицкова, Максим Нифонтов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.